Друзья, всем привет! Если у кого-то из членов моей семьи начинает донимать кашель, я не покупаю лекарства, есть такой народный способ при помощи капусты. Капуста нужна и мед. Очень простой, легкий способ. Вы знаете, где-то 3 ночи и простудного кашля как не бывало. Сейчас покажу, что нужно сделать. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Берем лист капусты, отделяем аккуратненько. Это точно мужской размер. Нам понадобится 2 листочка. Заливаем кипятком примерно на 1-2 минуты. Аккуратненько окунаем, чтобы оба листочка были в кипятке. Как я уже сказала, оставляем на 2 минуты. 2 минуты прошло. Достаем листы. Слегка промакиваем салфеткой, чтобы не слишком влажные были. Берем мед хороший и распределяем по капусте. Так как она пока горячая, мед очень хорошо распределяется. Показывать, как это, я не смогу из этических, наверное, побуждений. Расскажу, как делать. Теперь, после того, как намазали медом, накладываем это на грудь. При сильном кашле 2 капустных листа, 1 на грудь, а 2 на спину. Вот где легкие, вот с той стороны. Теперь можно обмотаться или пищевой пленкой, или одеть какую-то облегающую футболку. То есть капустный лист, он хорошо держится. А на утро от кашля, ну вот 2-3 дня поделайте, на утро не остается от кашля ни следа. Вместе с медом вот это все впитывается и оказывает очень сильное целебное действие. Обязательно попробуйте, очень классный совет. И если вот такое случилось, что кашель, этот способ хорошо выручает. Такой народный способ, он очень старинный. Сейчас, наверное, таким способом и не пользуются, но действительно работает. Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, а как вы с кашлем боретесь, будет интересно почитать. А на этом я хочу с вами попрощаться. Делитесь этим советом с друзьями. Им тоже, может быть, пригодится. Сохраняйте к себе. До следующих встреч. Всем пока-пока.